В Усть-Каменогорске торжественно завершился международный шахматный турнир «Усть-Камен Опен 2024», впервые собравший в Восточно-Казахстанской области известных гроссмейстеров и международных мастеров из 15 стран мира. Организаторами турнира является компания «КазЧИС», Казахстанская федерация шахмат при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области. Кто стал победителем турнира и обладателем призового фонда в 5 миллионов тенге, узнали наши коллеги. Участники турнира прошли 10 этапов по швейцарской системе, в ходе которых шахматисты сразились в двух турнирах «Мастерс», в котором приняли участие около 120 спортсменов с рейтингом не ниже 1900 баллов, и «Опен», собравший 74 участника с рейтингом не выше 2100 баллов. Трансляция игр шла по всему миру и была доступна в любой части Земли. Это второй кубок Казахстана. В Усть-Каменогорске собралось более 180 человек, почти 200 человек здесь собралось из 15 стран мира. Это крупнейшее для Восточного Казахстана соревнование шахматное за всю историю. Вот, у нас здесь участвуют 18 гроссмейстеров, 32 международных мастера. И, безусловно, этот турнир был очень интересен для многих любителей. Трансляции шли по всему миру, на всех крупнейших платформах. Вот, и мы в том числе болели за наших молодых талантов, которые имели эту возможность сыграть у себя на территории в настоящем международном турнире. Торжественная церемония закрытия международного турнира прошла в здании ВКТУ имени Даулета Серикбаева, где и состоялись шахматные баталии. Победителем турнира «Мастерс» и обладателем сертификата в 5 миллионов тенге стал украинский гроссмейстер Виталий Бернацкий с рейтингом 2530 баллов. С самого начала он вырвался вперед и удержал лидерскую позицию. Шахматист отметил, что победа на турнире стала прекрасным подарком к его юбилею. Турниры проводятся шикарно, и прием, и организация сама. Но я бы еще очень хотел отметить работу арбитрского коллектива и волонтеров, что, я считаю, так должно быть сейчас на каждом турнире. Также денежными призами были отмечены отличившиеся три игрока в номинации «Лучший результат среди женщин» и «Лучший результат среди казахстанских игроков». По миллиону тенге получили занявшие в этих номинациях первые места. Соответственно, россиянка Яна Жапова и самый молодой член мужской сборной Казахстана Алдияр Анцат. Общий призовой фонд турнира «Мастерс» составил 24 миллиона тенге. Денежными призами, согласно регламенту, отмечены лучшие 15 игроков. Мирас Авитбеков, Каусар Идаятқызы, Жақсылық Серікбек, Алтай Ақпарат.